Некоторыми функциями AirLink 2 можно управлять с помощью системы распознавания голоса, не отрывая взгляда от дороги. Для включения системы распознавания голоса нажмите кнопку распознавания голоса на рулевом колесе. В системе AirLink 2 голосом можно задать пункт назначения, сделать вызов, открыть приложение или выбрать радиостанцию. Индикатор распознавания голоса показывает, насколько хорошо система понимает голос говорящего.